Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза обсуждалось сегодня на совещании Дмитрия Медведева с его заместителями. Премьер сообщил, что подписал постановление, которое должно способствовать более эффективному решению вопросов, выведенных на наднациональный уровень. Зашла речь и о возведении в Тюменской области современного нефтехимического комбината. Его пуск, как отметил глава правительства, поможет и активнее внедрять импортозамещение в отрасли и создать дополнительные вакансии. Строительство нового комплекса в конечном счете будет способствовать и появлению большого количества рабочих мест, до 15 тысяч. Общий объем инвестиций почти 10 миллиардов долларов, из которых средства Фонда национального благосостояния 1 750 000 000. То есть объем финансирования из других источников весьма значимый. Деньги выделяются по принципу долгового финансирования. Надеюсь, что это будет серьезный, крупный объект, и мы такую работу продолжим и по другим направлениям тоже.